Рался Дмитрий Фиртыш. Шутить и улыбаться в суде нервы берут свое. То адвокат где-то потеряется. А где Рудигер? Где Рудигер, блядь? То журналистов перед ним слишком много. Жена Фиртыша требует расчистить помещение. Убери. И специальные люди действительно расталкивают репортеров. Сегодняшнее решение суда означает, что один из самых богатых людей Украины стал на шаг ближе к американской тюрьме. Сегодня Фиртышу сказать ничего не дали. Но что он думает по поводу своего ареста, он не раз говорил. Идет четкое по мне политическое преследование. Одна из причин моих там разных вещей, происходящих в цепочке, что я говорил, что нельзя нам подписывать соглашение ассоциации без присутствия России. Меня тогда обвиняли, что я пророссийский. Но по сути я говорил правду. Ничему хорошему это не приведет. Украина не должна была выбирать или-или. Я говорил одно. Я не говорил, что не надо вступать в Евросоюз. Я говорил, подписывая ассоциацию, я говорил, давайте сядем за стол. Россия, Украина и Европа. И подпишем документ, который будет устраивать всех. И не будет никаких проблем. Фиртыш был арестован в Австрии в 2014 году по требованию Соединенных Штатов. Официально его обвинили во взятке должностным лицам Индии ради получения контракта на доступ к титановому месторождению. В украинской прессе не раз высказывалось мнение, что дело не в титане, а в газе. Фиртыш вставлял палки в колеса американским компаниям, которые надеялись взять контроль над газотранспортной системой Украины. Фиртыш, который имеет обширные связи на газовом рынке Украины, в свое время выступил категорически против этого, что и стало главной причиной его проблем с американцами. После победы Дональда Трампа пошли слухи, что компании, интересы которых отстаивает Сорос, вряд ли получат поддержку в Вашингтоне по проекту с ГТС. Возвращение Фиртыша на Украину еще более ухудшило бы перспективы реализации этой идеи. Поэтому, насколько мне известно, Сорос предпринял активные действия, чтобы склонить австрийцев к экстрадиции. Если Фиртыш будет находиться в американской тюрьме, то и с ним не надо договариваться. И, соответственно, американцы будут действовать так, чтобы этот олигарх не путался у них под ногами, чтобы они сами могли давать указания этим политикам или общественным деятелям, как и что нужно делать. Любопытно, что до сих пор никак не прокомментировала дело Фиртыша Юлия Тимошенко, его давний оппонент. И с ней связана еще одна версия американских претензий к Фиртышу. В 2014 году он не стал поддерживать Яценюка и Тимошенко, на которых ставил Запад, а устроил закрытую встречу Порошенко и Кличко в Вене. Ее факт подтверждал Порошенко. После нее он и стал выдвигаться в президенты. Я никогда не отрицал короткую и бессмысленную встречу с Фиртышем, но я категорически отрицаю любые договоренности, конфиденциальные или открытые, с Фиртышем. Примечательно, что Фиртыш задержан в Австрии несколько лет назад, но к решительным действиям австрийский суд перешел только сейчас, после скандальной смены власти в самой Австрии. В любом случае, последнее слово за министром юстиции Австрии. Именно он должен принять окончательное решение об экстрадиции Фиртыша в Соединенные Штаты. Антон Лядов, Анна Кол...